Новый спортзал открыли в селе Новочугли Левашинского района. На торжественную церемонию приехали главы 25 муниципалитетов, известные спортсмены и местные жители. По словам участников, возводили этот объект в течение 3 лет. Открыл праздничное мероприятие глава района Магомедгаджи Магомедов. По его словам, в Левашинском районе в этом году планируют открыть еще 4 спортзала. Они появятся в селениях Ахкент, Купи, Хахита и Чуни. После официальной части гости прошли в само здание. В честь такого события в спортивном зале стартовал чемпионат по волейболу, в котором приняли участие 7 команд района.